Хейл, гайс, с вами Шимики, и мы отправляемся дальше в DLC. И у нас Тебой Джонктонс. Да. Революционный немного DLC-шка. Про революцию. Чем-то будет смахивать на Мэд Макса. Атлас. Атлас фильм. Сейчас потише сделаю. Пандора. Планета, на которой царит закон и порядок лишь однажды под мудрым и честным руководством корпорации Атлас. Но всегда есть те, кто стремится нарушить покой. Воры и убийцы, извращенцы и негодяи. Вся эта травель отвела на Пандоре такое зло, которое еще никто не видел. Но нам не стоит отчаиваться, Атлас ничего не забыла. Мы вернемся, наводим порядок на планете огнем и мечом, когда мы придем снова. Чушь. Я больше не верю в это дерьмо, которое корпорация сформировала мне в течение всей службы. Атлас здесь по двум причинам – месть и власть. Именно в таком порядке. Это наш общий враг. Награда за нашу голову вторая в списке после моей. Если всего этого вам не хватило, для этого, чтобы просоединиться ко мне, то понадобится ваша жадность. Вы получите все их оружие. И запасы для вторжения будут с вашими. Афина. Атлас. Что там? Афина Айтленд. Вы запоздали, нам нужно поговорить немедленно. Я опасаюсь, что там пару трудностей. Поговорите с механиком, он знает, где меня найти. И на всякий случай, не смейте его трогать. Дороже выйдет. Так, скутер, но я ее даже не знаю. 35 уровень. Здесь уже идут хорошие, видите, миссии. А опыта все равно по опыту. Нифига. Ладно, найти скутером. Я не знаю насчет миссий, стоит ли читать их, да? Черт побери, что... А, это не то. Таинственный союзник связался с вами, и ему нужна ваша помощь. За вашу голову назначена награда, так что придется работать с Атлас. Информатор Афина попросила вас найти скутера в Тебой Джонктонс. Он знает, как можно с ней увидеться. Я все-таки не знаю, стоит мне читать... О, я нашел аптечку, окей. Уже неплохо. Так. Буду надеяться, что врагов этих локаций мне будет достаточно. Ну, именно по урону оружия моему. Так, что здесь вот здесь уже, как вы видите... Это хорошо. Я могу улучшить и денег. Нихера денег забирают. Снайперская метовка. Все, да? Кажись, все. 92 шокового урона. Мне кажется, это понадобится. Там показали, в основном будут как в комбинезонах солдаты. Какие-то ниндзя и машины. Много машин. Так, давайте сразу переоденусь. Поставлю бомбу, и эту я продам. Встретившись с дикими зверями, вы будете рады, что приобрели лучшее снаряжение. Он очень тихо говорит, вот это меня беспокоит. Дробовик, я думаю, здесь вообще не нужно мне будет. Снайперку, ладно, еще оставлю. Эй, ты что, не видишь мою пушку? Да, а, я думаю, что так тихо, а мне это... Я же звуки отбавил, когда интро смотрели этого DLC. О, это мы. Вот, это я. Так, кто у нас здесь? Солдат? Неизвестно. Лили. 1 миллиард. Охотник 1 миллиард. И мы. 9 999 999 999. Ой, подождите, тут еще есть постики, да? А нашего что, солдата обидели?
Ну ладно, пойдемте. Машины. Так, там закрыто, да? Сразу что у нас по карте? Две ветви, куда я могу поехать. Хорошо. Это объезд. Миссия здесь. Но это не важно. Нам нужно идти туда. Скаутерс. Дерьмо! Дерьмо тель в теле. Не думаю, что уже увижу кого-то здесь. Ты действительно открыл хранилище? Стил все-таки раздался. Скутер. Убирайся прочь. Убирайся прочь. Я тебе, естественно, когда я скажу это, я буду говорить квадратными фразами. Твоя подружка сказала мне послать тебя к Мокси, если ты поймешь, о чем я. Ты долго не принял без мальчика лесами, возможно, и девочки. Я посмотрю. Так, окей, давай сразу к миссии. Я скутер, но я даже не знаю. Позже, что у Афины прячется у Мокси. Хорошо, Афина прячется у Мокси. Точка на прокачку. Собака в гавке. Эй, странник, новое задание доступно на доске объявления. Ты бы Мокси Джексон. Хорошо, это значит, здесь недалеко, да? Так, что здесь у нас есть? О, автомат. Ух. А этот будет, мне кажется, даже получше. Так, а сколько у меня патрон? А, видите, а главное, те, которые у нас тогда, да, были, типа, фиолетовые. Они не отдаются. Блин, я бы сразу купил все-все. Тут и денег до хера дают. Косарь вот я просто взял. Чисто косарик. Так, пистолет, я думаю, мне нужно будет все это пособирать. Так, ладно, по миссии, что? Тачка на прокачку. Скутер сказал, что вы сможете добраться до Мокти без машины. Он уже работает над новым транспортным средством, но вы должны добыть для него еще несколько частей. Обыщите Т-баун, короче, локацию, и добудьте необходимые части. Окей. Типа везде, да? Давайте тогда снизу начну. Как раз доска объявлений я там вижу. Гора шин. Закрыто. Здорово, железяк. Спасибо. Так. Большой алый брат следит за тобой. Это Элена Пирс. Алое копье поставлено на камеру наблюдения, чтобы шпионить за местным населением. Так, нашей локации. Это нарушает наши права. Пожалуйста, уничтожь камеры наблюдения, чтобы обеспечить неприкосновенность частной жизни жителей. А камеры уничтожены. 5 штук, да? Чем могу помочь? Да ничем, в принципе. Это вот эти? Нет. Так, тихо. Так, а как мне тебя словить? Я вас понял, все, я ухожу. Все. Я понял, мне нужно оружие. Так, инвентарь. Где-то моя снайперская винтовка. Это будет сложнее, чем я думал. Серьезно? Моя снайперка вообще не пробивает. Да ё-моё, хары... Семьсот опыта там мало. Так, мне срочно нужно где-то оружейку находить. Это что-то жесть. А, это камеры были? Тю. Я думал, там мусорный бак был какой-то. Это рели оказался. Так, ладно, мне нужно первое запчасти поискать. Не забывать о них. И значит, мусорные баки, да?
Шоковые гранаты, значит, самое полезное здесь будет найти. Значит, сомневаюсь в их поиске. Ой, пятек. Вот для этого нужно было уже таймер запустить, а я уже и забыл про него, ё-моё. Ладно, 3 минуты где-то прошло. Так, сверху ничего нету, здесь какое-то здание. Но оно повсюду, кажется, тоже закрыто. Эти хери не атакуют меня, пока я их не атакую, поэтому... С одной стороны, это хорошо. Они будут ждать моей атаки. Знаешь новость? Раки Джесса порешили. Молодцы. Так, ладно, идемте тогда сюда. Я не знаю, нужно обследовать все, найти детали. Не было указано где. Опа. Изи тактика. Так, а что у меня за бомба? Блин, нос чешется. Шоковая. Изи. Изи. А то была 37. Я ж ее не продал. 37, да, все нормально. Значит, пока что шоковые это для меня идеальные бомбы. Значит, буду их пока что держать у себя. Так, лифт. Тихо. Лифт оп... О. Мне наверх. Давайте сначала наверх слетаем, потом выйдем здесь. Выше, выше, выше надо. Так, это у нас какая часть? Ага, я понял. Вот обходик. Окей, давайте с этой стороны. Так, мы сохранились. Z. Если что понадобится, обращайся. А хилка нужна если новая. Нужны лекарства, подходим и берем. О-хо-хо. А есть мощные щиты? Так. Мне нужна очень хорошая, очень медленная регенерация здоровья, высокая емкость. 600. Так, мне нужна модификация класса. Максимальное здоровье, навык телохранителя, навык... О, это тоже хорошо. Хилки новые. Так. Да, да, вы получили модификацию класса, я понял. Вам удалось найти модуль модификации класса. Классно. Модификаторы класса, как их называют люди... Могут использоваться для изменения навыков и уровня владения оружием. О! Да, да, наверное, это то, что делает вот это. И дерьмо. Блин, жалко, что я машину не могу идти садиться. Опа, тихо. Подождите, это сканирующая бомба? Так, повреждение. Экипировка костюм граната. Контактный гранат взрывается при контакте с врагом. О, это очень хорошее. И я вижу, что у меня гранат максимально. И пуль тоже максимально. Так, мне все-таки далось все, что было на том. Да, слушайте, золотая все-таки у меня... По емкости все дала. То, что у меня было тогда. Ой, это хорошо. Так, ладно. Еще где-то должна быть две камеры этих. И детали машин. Здесь уже все, да? Задний Мокси это не оно? Не, задний Мокси вон. Да-да. Оружейный магазинчик. В лодку нужно будет зайти. Так, здесь что у нас есть? Нужно все смотреть. Так, здание какое-то. Так, тут еще вниз проход есть. Это мы сюда все сходим, все посмотрим. Так, сюда. Я слышал взрыв. О-о-о-о-о!
Это шо, что? Это что такое? Воу! Где она? Воу-воу-воу, девчат. Не-не, я понял, вы очень быстрые. Тебе нужна помощь? Все-таки с моим новым щитом они не такие, что и... Фу! Так, а это с броней. Во-во-во. Тихо-тихо-тихо, я... Эй-эй-эй. Это босс или что, я не понял? Тихо-тихо, бей-бей-бей. О, Мегашон охотится за тобой. 5 отрядов должны будут обеспечить выполнение задания. Это было первое, Омега. Безжалостное и хорошее обучение. Это элита из элит. Единственное твое преимущество состоит не в том, что... Недавно покинул службу, будет на чеку, Афина конец связи. Окей, значит, это одна из пяти, буду знать... О, здорово. Похоже, пассажирское сиденье сейчас располагается с тем же парнем внутри, что бы это ни означало. Так, я тут не помню, был я или нет, побежали. Кажется, я тут был. Да? Да, все, автобус тут был. Все, вспомнил. Я ж типа обходил с этой стороны, значит, мы идем с этой стороны. Камеру уничтожим, давайте да уничтожим камеры. О, как раз камера. Так, бомбу положу сюда. Так, вот это было плохо, что она сразу не сработала. Ну, бомба. Высокая емкость. В принципе, такой же щит, как и у меня. Так, лодку сразу посмотрю. В лодке пусто, значит, туда можно не идти. Здесь у нас что-то есть. Здесь тоже пусто. Здорово, чел. Пошлите в оружейную, я думаю. А, вот эта снайперка прикольная. Даже это не снайперка, кажется, автомат. Так, давай сначала с собой побазарю. Здорово. Я вижу твою пушку и твою машину, ё-моё. Эй, чел, с тобой все в порядке? Ты что, не видишь мою пушку? Окей, я вижу твою пушку. Так, ладно, что у тебя есть? Ой, давай я... О, я понял, пистолет хороший. Бла-бла-бла, много слов. О, черт. Сравнить с моей пушкой? Лучше не сравнивать. Беру. Здесь просто без слов. Ой, а там уровень же нужен, да, какой-то? 40-й, я ее не смогу одеть. Знаете почему? Потому что мой персонаж здесь, считайте, не качается вообще по опыту. Я буду вообще удивлен, если мне... А, все, я собрал части. Окей. Мне остался еще тогда одного робота уничтожить. Следопыта. И все. А мы с вами справились. И у нас еще несколько мест, куда я должен сейчас сходить буду. Стрелочки, куда вы показываете? Так, там закрыто, ладно. Вот сюда нам нужно сходить. Так, тут что-то спрятано. О, робот, здорово. О, запчасть, здорово. Я всегда говорил, что ты изобретательный, тебе пришло только немножко подождать. Все. Так.
минус два робота. Кажется, здесь что-то будет, потому что меня сюда как-то ведут, и стрелочки показывают. Туда-сюда. Здорово. Отлично. Модификатор класса. АВП новая. Она мне пригодится. А в чем сюда стрелочка показывает? Что-то произошло? Я что-то открыл? О, да, я проход открыл. О боже. Что? Я понял. О, ящик. О, блин! Воу-воу-воу! Ё-моё! Люля-кебаб. Пипец. Не, я здесь мёртв. 61 уровень. В холодильнике. Сколько? А, 200 тысяч, ладно. Я думал, 2 ляма. И думал, нихера себе. 2000 это нормально. Так, ладно, давайте сначала к скутеру вернусь. Так, механик, давай, установите генератор. Чел, я тебя не слышу, я не могу понимать, я не англичанин, сори. Привет, это Маркус, у меня есть предложение к тебе. Удиви меня, только... А, увидимся у меня. Все, я запускаю машину. Могу я себя сканировать? Чё? А меня не измельчило. Я тут пройти не могу, слышь? Я пройти не... О, могу. Ладно. Да, механик, давай. Похоже, тебе предстоит веселая поездочка. Встреча у Макси Блоксток. Опыт почти не продвигается. Скорее всего, это да, из-за того, что я прокачал. Ну, типа, неправильно опыт, да? И у меня все сломалось. Ну ладно, и так сойдет. Большой алый брат. Получилось. Просто я вот открываю, да, вот опыт, допустим. Блин, я хотел бы до конца прокачать то, что я хотел. Так уже нихера не прокачать. Так, где опыт? Ну вот, допустим, да? Только 116. 116 из 1 ляма. Это очень мало опыта. Очень. Так, а где мне брать теперь машины с ТП? Так. Я понял. Все, побежали. Так, внутри тоже есть задание? Ну вот, я вижу доску заданий или что это? Или где я тут могу задание взять? Или это показывает путь, где... К чему это? А, это походу, чтобы вернуться обратно, да? Нет. Я не мог понять. Ладно, плевать, плевать. Идемте тогда к миссии. К машину можно взять поблизости? А, только на гору сейчас лезть, чтобы... Ладно, добегу. Мне не тяжело. Уничтожить блокпост. Эй, это скутер. Эти алые козлы установят свои посты на трассе. Так что давай его... Она что, меня пулять не будет? Бля, это ж получается, враги будут тоже жесткие такие. А моя тачка не будет ломаться. Буду надеяться, что здесь нет. У нас живут машины. Выбирай по вкусу. Отправляемся в путь. Давай, я не знаю, красную машину сделаем. Создать машину.
На кнопочки, кнопочки, я понял. Вот это, блин, дело. Моя машинка не первая красота. А, это с автонаводкой или что? А, нет. Поймешь, почему всем так нравится такси плюс от скутера? Тихо-тихо-тихо, вернись обратно, Брик. Как нитро подрубать? Альт, походу. Блин, нужно было посмотреть там в обучалке. Ладно, разберусь по пути. Поехали. Кримсон Талвей. Уничтожить нужно блокпостом, поэтому... Сейчас сделаем. Так, ну сначала, ладно, я все-таки... Достижения, настройки. Мышь, клавиатура, настройки управления. Нитро мне нужно. Идти влево за подход. Идти влево поворот, прыжок, бег. Сесть, пользуясь машину, поместить свое место, да, меню. Так. Ускорение, Q. О, все работает. Так, мне вот это не нравится. А, да, не с автонаводкой. Все, мне тогда все устраивает. Так, мне кажется, те будут хери бесконечно, да? Скажи, что да. Блин, здесь много вот этих машинных постов, где... Так, а карта? Ух ты ж, ё-моё. Ага, сейчас бы не долететь. Я там машину только что видел спереди. Только ее немножко взорвали. А не, вон на ней ездят. Апа, ох ты ж, ё-моё. Вон, вон цель ваша. Вон, летите. Тихо, 200. Да, все, это автонаправляющее, это очень хорошо. Буду, в принципе, врагов с машины убивать. Я понял, спасибо. Очень долго уничтожаемая машина. Ну, хотя бы косарь дают. Это... Ой, сундук. Очень хороший сундук. Да, без машины я тут точно не выживу, если честно. Шоковый. А, снижение дачи, да? Минус урон, но шок есть. А, возьму, пускай будет. По пути там разберемся. Громкая, громкие машины. Меня бесят. Меня бесят эти машины. Мне кажется, это DLC будет для меня адским. Боже, машина даже... Я думаю, я врагов этих буду очень долго убивать. И честно, вот. Если бы мне опыта давали, конечно, нормально. А для моей пушки вот идеальный, который я нашел. Было бы все очень хорошо. Так, ладно, вот так машину поставлю, поехали.
Так, оттуда сейчас будет кто-то вылазить, я уже чувствую своей жопой. Оп. Серьезно? Ты-то сейчас серьезно? Вы это сейчас серьезно, да? Да, классно. Я уже чувствую вот это прикольную... Эти прикольные моменты с битвами. Давайте оружие менять как тогда. Я хочу и это одеть. Боже, мне что, опять придется взломать игру? Блин, 500 урона. Это идеальная пушка, ребят, серьезно. Эта пушка идеальная. Можно этот взять с шоковым. Давайте я ее, наверное, возьму. Хотя, ладно, я попробую сначала АВП. На шок. Как оно будет? Ага, я понял. Спасибо. До свидания. А, то есть ты не пробиваешь, да? Спасибо. Буду знать. Мое оружие не пробивает врагов вообще. Хотя там 100 с чем-то дамагом. Класс, супер. Кританул, нету урона. А, класс, да-да-да. Ладно, давайте так буду только делать. Минус. Пока работает моя ульта, нужно убивать. Все, я минус. Меня убили. Меня убили. Круто. Теперь мне нужно ждать КД. Ага. А дальше что у меня еще есть? Шоковый давай, ревик. Окей. Выживаю, я не знаю. Все окей, я вышел. На какой-то промежуток времени я вышел. Тихо-тихо, я ухожу. Та, сука. И как... Я не понимаю, как мне с этим бороться. И как, если я даже урон не могу врагам нанести? Класс. Что сказать? И у меня, главное, ничего нету такого. Ладно, давай типа 0-0-0-0-0 урона буду наносить. С пукалки моей этой. Я просто не понимаю, что мне делать, если у меня урона нету с руки. Ну это ГГ. Я говорю, ад в чистом виде. Так, вот это можно взять, попробовать. Еще можно взять, попробовать. Если нет, тогда я попробую огонь заюзать. О, здесь с прицелом, ничего себе. Давайте, попытка номер два. Все на электрической основе. Все на электрооснове.
я понял, класс. Прикольно. Давайте огонь пробовать. Я хочу вот это оружие. Оно не работает у меня, все. Меняем экипаж. Берем огонь. Ладно, все, не работает, нихера, я вас понял. Все, нужно убить его быстрее. Все, хорошо. У меня броня, у меня защита. Ты мертв, ты не в укрытии. А я вот мертв. Тоже снайперка охерительная, но она только с 37-го. Я никогда здесь не опнусь. Так. Окей, давайте, знаете, что сделаем? Я, наверное, здесь где-то сохранюсь, да? Попытаюсь взломать игру еще раз на опыт. Поставлю себе уже 40-й уровень. То, что я понимаю, что здесь мне уже не светит вообще никакой опыт получаемый. И чтобы я смог взять просто те пушки. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и, скорее всего, до новых встреч. Всем пока.